Здравствуйте, товарищи рыболовы. Сегодняшний видеообзор хочу посвятить уникальной в своем роде приманке, выпускаемой фирмой Акой. Многие рыболовы уже сталкивались с приманками фирмы Акой, которая является одним из лучших бюджетных производителей. В моем арсенале их довольно-таки большое количество. И вот одна из самых уникальных у нее приманок является вот этот вот червь-слаг под названием пульс. Ну, представляете себе такую вот червеобразную приманку с двумя разными частями, и эти две части соединены таким вот небольшим шариком. Данную приманку можно оснащать различными способами, будь то офсетный крючок. Также отлично данная приманка подходит под оснастку вейки. Что самое интересное, данную приманку можно использовать для микроджига, если удалить вот эту часть. То есть получается такой шарик с серебристым хвостиком. При падении в толще воды данный хвостик начинает создавать некую пульсацию. Как раз таки вот эта пульсация придает, точнее привлекает рыбу намного интереснее, нежели если бы была приманка просто ровная, как вот эта вот часть. А также приманку можно оснащать небольшой джиговой головкой, также офсетным крючком. Как, если подобрать размер правильно, то как раз офсетный крючок выходит, должен выходить в шарике. Резина очень такая мягкая, но в то же время эластичная и прочная. Вот как видите, в руках она как живая. На мой взгляд, вот самое удачное оснащение – это как раз таки вейки. Резина выпускается в размере 55 мм в данном случае. В упаковке их по 10 штук. Резина съедобная, с очень таким ярко выраженным запахом аттрактанта. Довольно-таки приятного. А то бывает, что упаковку откроешь, ты чуть ли не замертво падаешь. Здесь аттрактант по запаху как натуральный, но в то же время не вызывает никакого отвращения и никаких рвотных рефлексов. Один такой червячок весит примерно 0,75 грамма. Использую в основном такую резину для ловли окуня. Но также бывает на такую приманку попадается и мирная рыба, такая как красноперка, причем довольно-таки приличных размеров для данного вида рыбы. У компании Акой имеется довольно-таки широкий ассортимент различных цветовых решений. Я думаю, каждый рыболов сможет подобрать под его условия ловли подходящие цвета. Есть как яркие, так и более натуральные. Так что, кто не знаком с продукцией данной компании, советую всем приобрести, попробовать. И больше чем уверен, что она вам очень понравится. Приманки стоят у компании Акой довольно-таки бюджетно. И думаю, каждый сможет позволить себе приобрести их. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.